Уже 10 лет в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева проходит акция «Наш лес. Посади свое дерево». Городской округ Люберцы постоянно принимает участие в экологическом проекте. И этот год не стал исключением. Одной из самых массовых точек проведения акции стал микрорайон Зени. На улице Вертолетная буквально завалена саженцами деревьев и декоративных кустарников. В новом жилом комплексе не хватает зеленых насаждений, но с помощью регионального проекта это поправимо. У нас сегодня большая, достаточно серьезная высадка. Здесь запланировано более 100 деревьев и 300 кустарников. Благородных пород, взрослых, красивых деревьев. Это липы, это клены, это рябины, декоративные яблони. Ну и, как видите, барбарис, чебушник, в общем, различные совершенно кустарники и деревья. По традиции активное участие в акции приняли дети. Ксения Царькова и Полина Лысенкова, одноклассницы, пришли сажать деревья вместе. Обе знают, как правильно это делать. Сначала нужно раскопать яму, потом насыпать туда чуть-чуть земли, посадить растения, закопать, чуть-чуть придавить ногой и полить. Меня научил этому мой папа, и мы сажали всегда деревья, кустарники на даче с бабушкой. Мое окно выходит сюда, и я всегда в школу иду через эту дорогу, и буду следить, и если надо будет поливать. Свою лепту в озеленение нового микрорайона внесли и участники СВО. На акцию «Наш лес» защитники пришли со своими семьями. Все вместе дружной командой посадили клен. Это сближает, сплачивает коллектив, народ и людей обычных. Продолжение жизни. Это же живое все. К участникам экологического проекта присоединился Владимир Волков. Вместе с жителями глава городского округа Люберцы высадил деревья вдоль Вертолетной улицы. За несколько минут на этом участке появились новые аллеи. Конечно, дружно, буквально за 5 минут огромное дерево высотой 5-метровой было посажено. Это очень приятно, потому что дети, подключаясь к акции, принимая участие в высадке деревьев, конечно же, в последующем будут ухаживать за ними. И этот лес городской будет разрастаться. В этом году акция «Наш лес. Посади свое дерево» будет проходить до 30 сентября. За это время зеленый фонд Люберец существенно пополнится. В разных частях городского округа высадят более 1000 деревьев и кустарников. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.